Добрый день, друзья! Мы начинаем урок 19 практического курса немецкого разговорного языка. Сегодня мы будем с вами говорить о лицах. Итак, по-немецки лицо – das Gesicht. Какое может быть лицо? Выучим несколько прилагательных. Willensstark – волевое. Оваль – овальное. Рунд – круглое. Составим несколько предложений. Dieser Mann hat ein willensstarkes Gesicht. У этого мужчины волевое лицо. Dieses Gesicht ist oval. Это лицо овальное. Das Mädchen hat ein rundes Gesicht. У девочки круглое лицо. И мы двигаемся дальше. Фальтик. Морщинистая. Когда на лице не очень много морщин. Слегка морщинистая. Рунслик. Морщинистое лицо, когда много морщин. Сильно морщинистое. Другими словами, можно сказать, что рунслик – это sehr faltig. Сильно морщинистое лицо. Sonnengebräunt – загорелое. Sonne – солнце. Sonnengebräunt. Besorgt – озабоченное. Составим предложение. Diese alte Dame hat ein runzliges Gesicht. У этой пожилой дамы сильно морщинистое лицо. Dieser alte Mann hat ein faltiges Gesicht. У этого пожилого мужчины морщинистое лицо. Dieses Gesicht ist sonnengebräunt. Это лицо загорелое. Die junge Frau hat ein sonnengebräuntes Gesicht. У молодой женщины загорелое лицо. Dieser Mensch hat ein besorgtes Gesicht. У этого человека озабоченное лицо. Sommersprossig. Веснушчатое. Шмаль – узкая. Брайт – широкая. Ihr Gesicht – ее лицо. Sein Gesicht – его лицо. Ihr Gesicht ist sommersprossig. У нее веснушчатое лицо. Sein Gesicht ist breit. Его лицо широкое. Ihr Gesicht ist schmal. Ее лицо узкое. Die Gesichtsfarbe. Цвет лица. Итак, каким может быть цвет лица? Выучим новые слова. Blass. Бледный. Цвет лица. Schön. Красивая. Glänzend. Сияющая. Составим предложение. Ihre Gesichtsfarbe ist glänzend. У нее сияющий цвет лица. Или ее цвет лица сияющий. Der Mann hat eine blasse Gesichtsfarbe. У мужчины бледный цвет лица. Diese Frau hat eine sehr schöne Gesichtsfarbe. У этой женщины очень красивый цвет лица.
Die Augenbrauen. Брови. Увидим на фотографии у девушки Augenbrauen. Buschig. Густые. Busch – это куст по-немецки. Bogenförmig. Дугообразные. Bogenförmig. Шперлих. Редкие брови. Составим предложение. Das ist eine junge Frau. Ihre Augenbrauen sind bogenförmig. Das ist ein Mann. Seine Augenbrauen sind buschig. Его брови густые. Diese Frau hat spärliche Augenbrauen. У этой женщины редкие брови. Die Wimpern – ресницы. Какие могут быть ресницы? Schön – красивые. Lang – длинные. Kurz – короткие. Можем использовать притяжательные местоимения. Ihre Augenbrauen – ее брови. Seine Augenbrauen – его брови. Ihre Wimpern – ее ресницы. Seine Wimpern – его ресницы. Давайте опишем наши фотографии. Что мы можем сказать об этом лице? Das ist eine junge Frau. Sie hat eine blasse Gesichtsfarbe. У нее бледный цвет лица. Ihre Augenbrauen sind bogenförmig. Ее брови дугообразные. Sie hat ein ovales Gesicht. У нее овальное лицо. Diese Frau hat eine glänzende Gesichtsfarbe. У этой женщины сияющий цвет лица. Ihre Augenbrauen sind schön und bogenförmig. Ihre Wimpern sind lang und schön. Попробуйте перевести с русского на немецкий следующее предложение. У этой женщины слегка морщинистое лицо. У этого мужчины веснушчатое лицо с веснушками. Ее лицо загорелое. Его лицо круглое и широкое. Мой цвет лица бледный. Его брови редкие. У этой женщины короткие и красивые ресницы. У этого мужчины длинные и некрасивые ресницы. Надеюсь, этот урок был интересным и полезным для вас. Я прощаюсь с вами на сегодня. Всего доброго и до следующего занятия.